Рекламы, объявления и другие виды визуальной информации должны быть написаны на казахском языке. Несмотря на то, что уже 30 лет обретения независимости нашей страной, у нас все еще есть пробелы в языковом вопросе. В этом мы еще раз убедились во время рейда, проведенного сотрудниками областного управления по развитию языков совместно с общественными активистами. Подробнее в следующем сюжете. В первую очередь специалисты посетили санаторий Атырау. Сразу при входе в глаза бросились нарушения языкового законодательства. Надпись при входе была написана только на русском языке. Рекламные объявления тоже. Ответственному специалисту были даны подробные разъяснения. Выслушав замечания, сотрудник заверил нас, что все недостатки будут исправлены. Добро пожаловать в санаторий деген. После этого мониторинговая группа прибыла в гостиницу. Несколько месяцев назад работники этого заведения были предупреждены о нарушениях. Руководство учло все замечания. Ошибки были исправлены. Это один из результатов работы, проведенной областным управлением по развитию языков. Общественные активисты, болея за государственный язык, организуют рейды по нескольку раз в месяц. Совместно с отделом управления по развитию языков мы проверили визуальную информацию в гостиницах, ресторанах и других общественных местах. Данная акция проводится с начала года. Она как методическая помощь, оказываемая со стороны отдела управления по развитию языков. Как мы видим, во многих вывесках, рекламах, объявлениях есть ошибки, и даже на казахском языке. Поэтому мы проводим такую разъяснительную работу. Эти мероприятия будут продолжены. А здесь, даже не заходя внутрь заведения, можно увидеть нарушения. Наглядная информация перед самим зданием написана не на государственном языке. Зашли внутрь. Та же ситуация. Кругом надписи на вывесках с ошибочными переводами. Несмотря на то, что сотрудники заведения заранее были предупреждены о рейде, мы не нашли ответственных лиц. Давайте еще раз представим нормы закона о языках для предпринимателей. Статья 21. Язык реквизитов и визуальной информации. Бланки, вывески, объявления, реклама, прескуранты, ценники и другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости на других языках. Товарные ярлыки, этикетки со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на государственные русские языки за счет средств импортирующих организаций. Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке. Слева или сверху на государственном, справа или снизу на русском языках. Пишутся одинаковыми по размеру буквами. В основном законе все четко прописано. Однако, даже если в визуальных средствах массовой информации есть ошибки, то специалисты управления по развитию языков не могут привлечь к наказанию в рамках закона ответственных лиц. Ведь требование действующего закона о языках не дает специалистам такой возможности. Во время специальных акций они могут проводить разъяснительную работу и выдавать предупредительные письма. Гостиница «Алматы», санаторий «Атырау» санаторий. Вот сейчас в данный момент доступ к гостинице «Достык». Там есть некоторые были ошибки, но в течение месяца думаем, что будут устранены. Были замечания, но у нас сейчас в данный момент не идет работа, допустим, там штрафовать или что-то. Идет дополнительно объяснительная, разъяснительная работа идет, чтобы людям объяснить, как она используется, закон Республики Казахстан о языках. Государственный язык всегда в центре внимания, поэтому каждый гражданин должен уважать статус государственного языка. Если будут учтены замечания, то и данная проблема найдет свое решение. Самый главный бюллетень Кабыл Гумара, Жанна Сагнышқызы, телеканал Атырау.